Ритмика, акробатические элементы, постановка классического и современного танца на территории творческого развития созвездия, входящей в структуру культурно-досугового центра «Голицынский», свои достижения представляют участницы хореографической студии. Девочки регулярно танцуют на концертных площадках в округе, а сегодня выступили перед главой муниципалитета. Андрей Иванов посетил созвездие и встретился с творческим коллективом. И девчонки, конечно, у нас участвуют по разным конкурсам, мероприятиям административным. Буквально только 3 дня назад мы приехали из Казани, вот, получили первое... Победили, первое место взяли. В созвездии занимаются не только танцами, но и вокалом, живописью, оздоровительной физкультурой. Также работают секции по боксу и тхэквондо. Всего свою деятельность здесь ведет 21 клубное формирование. Работа не останавливается и летом. На этот период запланирована насыщенная культурная программа во всех 5 филиалах, которые входят в Голицынский КДЦ. Безусловно, это есть, им пользуются спросом. Сейчас же это в основном дополнительное образование уже перешли как в сторону бизнеса. На этом же зарабатывают деньги, а здесь это бюджетно, где можно прийти и своего ребеночка отдать. Для такой масштабной деятельности необходим дополнительный зал для занятий. Об этом не раз говорили сотрудники. И решение нашлось. Здесь, на Советской улице, в левом крыле здания, есть просторное помещение, в котором можно проводить массовые мероприятия. Андрей Иванов ознакомился с предложением коллектива. Да, 469, значит, это нам позволит увеличить платную деятельность и количество клубных формирований. То, что касается бюджетных, платных, мы просто расширим их деятельность. На данный момент в помещении уже демонтировали стены и вывезли строительный мусор. Теперь необходимо провести обследование здания и подготовить проект. Новое помещение позволит создать дополнительные условия для досуга и отдыха жителей разных возрастов. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».